поработать с шикарным свадебным платьем. Очень красиво. Очень красивая аппликация. Верх корсетный. Просто прелесть. Ну вот, какая работа меня ожидает. Видите, я должна подкоротить. Посмотрите, какой фигурный низ. Чтобы подкоротить, нужно открыть все это кружево, да. Вот. Этот фрагмент, этот. В общем, там, где нужно проработать низ. Затем передвинуть наверх все эти фрагменты и пристрочить. Итак, я начинаю отделять. Утюгом я обозначила уже длину. Теперь я присяду и буду отделять. Времени займет много. Я думаю, часа 3 так точно уйдет на вот такую подгонку. Показывать, наверное, не буду, потому что здесь, наверное, часа 2 нужно отделять. Ну, потом, может быть, покажу точно готовый результат. Итак, я начинаю. Время пошло. Наконец-то я сняла. Не прошло и, ну, меньше немножко, чем 2 часа. Ну, в общем, вот, я справилась. Смотрите, вот это у меня линия низа. Значит, я буду немножечко выводить вниз. Вот так. Здесь я сделала подрезку, видите, по фатину. И вот так я буду накладывать, вот, чтобы переход был плавненький. Вот так, вот так. Здесь, смотрите, фрагмент я сняла, но не до конца. Вот так. Я сначала хочу уложить вот эту линию по низу. А затем уже буду работать вот с этими фрагментами. Уже до конца отделю и подниму немножечко. Сейчас посмотрю, как будет отутюживаться вот этот след. Видите, здесь была пристрочена леска. Леска была достаточно грубоватой. Видите, след остался. Если останется, значит, я буду пробовать по возможности закрывать, прикрывать. Здесь... Вот тоже меня волнует этот след. Пока что я здесь ничего не снимала, но я так думаю, что я сниму вот этот фрагмент, его отсеку, удалю. Ничего страшного с этим не произойдет. И вот так вот дальше я буду заполнять декором низ. Вот так. Я думаю, что нормально. Все, утюжка. И буду работать с паутинкой. Буду уже приклеивать паутинкой кружево по низу. Вот такие кусочки беру и подкладываю на небольшом расстоянии. И приклеиваю. Вот здесь, смотрите, второй край, где я делала подрезку. Здесь еще без подрезки. Вот видите, я должна уже выводить и укорачивать. Вот здесь немножечко нужно открыть. А здесь получается, видите, такая бульба. Вот что нужно сделать? Нужно подрезать вот здесь фатинчик. Вот. Вот здесь. Я подрезаю, и этот лепесток, цветок выкладывается. Все. Вот здесь кружево, видите, состояло из двух частей. Видите? Все, в накладочку. Пошло в накладочку. Выложила кусочки паутинки. Клеевой с двух сторон. На очень тоненьком флиселине. Проутюживаю, приклеиваю. Все. По низу я выложила
можно уже идти и закреплять строчкой. Вот здесь сейчас будет работка хорошая. Вот здесь надо еще подклеить. Да. Вот смотрите, вот так по контуру я пристрачиваю обычной прямострочкой. Не очень даже мелкой. Вот сюда вот, в эту бороздочку попадаю. Пристрочила, смотрите. Сейчас нужно пообрезать ниточки и обрезать фигурно вот так эту линию. Вот это все лишнее. Так, теперь фрагментики. Видите, оно как 3D такое. То есть я прошлась по этому контуру и прошлась по верхнему контуру. То есть я не делала вот эти линии зубчиками, а просто вот так линии. Все, ровной. Ровной линии. Итак, здесь был фрагмент. Здесь надо отутюжить, отпарить этот фрагментик. Здесь фрагмент, нужно его сейчас перенести вот сюда. Вот второй, такой же симметрично. Сейчас все будет переноситься. В общем, еще 4 фрагментика. Сейчас я перестрочу. Сначала отутюжу, приклею. Ну, я смотрю, что достаточно быстро, вы знаете. Я справляюсь. Распределила вот эти фрагменты, отутюжила, приклеила. Вот они только приклеены. Вот, вот и вот. 4 небольших таких эпизода. Иду, прострачиваю, отутюживаю вновь и делаю обрезку. Обрезку низа. Смотрите, как я пристрачиваю эти небольшие фрагментики. То есть я не присоединяю строчкой вот эти вот кончики, чтобы они немножко отставали, было как вот 3D, да, объем, объем. Оставляю объемчик. Все сделано. Теперь обрезка, корректировка. Взяла вот такие маленькие ножнички, очень остренькие. И сейчас я буду обрезать. Этот край не обрабатывается. Я делаю точно так же, как это было сделано в компании, на фабрике. Или где-то в ателье. Итак, обрезка. Так, нужно надеть очки. Очочки. Все, полностью я снаряжена. Ножницы хорошие и очки. Нужно аккуратненько, чтобы не захватить край кружева. Чтобы край кружева обработан обноточным швом. Так, видите, получается все так, как и было. Я помню, как только открылась, первые заказы пошли.
у меня какое-то волнение было, что вдруг что-то не точно буду выполнять, будут какие-то претензии со стороны клиентов. Тоже, когда нужно было отрезать что-то. Ну, в особенности было волнение, когда работа пошла уже с платьями. То есть здесь, конечно, я применяла вот это высказывание. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Сейчас уже есть какая-то уверенность. Не знаю, может быть, какой-то глазомер уже выработался. И, в принципе, все работы очень похожи. Очень редко, когда попадается подгонка платья, вот, нестандартная, неординарная, где действительно нужно подумать, прежде чем взяться за работу, то есть сказать, что да, я могу это сделать. Бывают и такие подгонки. Серое платье, где я работала с тоже кружевной каймой по пройме. Вот там я тоже, как говорится, застопорилась и думала, как сделать быстро и качественно, понимаете? Недавний был ролик с этим платьем. Я полностью там не показывала, потому что и времени не было. Я сделала акцент на том, как я обошла косточку. Да, мне нужно было убрать в области лифа, увеличить раствор выточки. Так как платье на подкладке, точно так же я должна была проработать и по подкладке выточку. По подкладке в выточку была введена пластмассовая вот эта косточка, которая держала форму. Вот чтобы это все не снимать, а потом это все восстанавливать, это очень сложно. Там пол платья нужно открыть, чтобы добраться. Я вам показала, как я обыграла выточку. Я с двух сторон, косточка идет по рельефному шву, я с двух сторон сделала небольшие такие выточки. Вот, тем самым я ничего не удаляла со стороны подкладки и, в общем-то, долго с этим, как говорится, не игралась. Вот, некоторые женщины в комментариях заметили, да, одобрили, взяли на заметочку, что это, да, действительно можно тоже так обходить трудности, как говорится, да. То есть я стараюсь какие-то показывать просто узлы. Нестандартный подход. Потому что показывать одно и то же, это тоже неинтересно. Я могу, конечно, показывать несколько раз, как обрабатывать низ, как подготавливать, прежде чем укорачивать, да, низ платья из тонких тканей. Очень важно, из тонких, подчеркиваю, московским швом. Тоже не все знают, что изначально нужно применить утюг, обозначить линию низа, а затем уже садиться за машинку. В этом платье акцент, как использовать паутинку клевую с двух сторон, очень тоненькую, и как работать с кружевом. Я посмотрела, здесь практически не осталось следов от предыдущей строчки. Я не понимаю, зачем они применяли вот эту прозрачную леску.
и использовали ее изнутри, представляете? А поверху была обычная нитка белая. Еще она была очень плотная, эта леска. И акцент был здесь, вот как плавный сделать переход. То есть подрезка. В том сером платье я тоже делала подрезку. Некоторые тоже заметили вот эту мою подрезочку. Отсечение, да, ненужной детальки, фрагментик. И затем уже это все укладывается по новой линии. Ножнички вот эти очень хорошие, так хорошо работают концы. Заказывала их на Амазоне. Две пары, вот не помню, какая цена. Или $16. И не помню, показывала я вам или нет. И на этом все. Смотрите, все. Вот такой краешек. Совершенно не видно, что было какое-то вмешательство. Все отлично. Когда девушка придет забирать, мы с вами посмотрим. И снова оценим. И девушку, и мою работу. Как обычно, как всегда.